Всем привет! Сегодня третий день, и у нас проросли семена огурцов. В воскресенье вечером я их положил во влажные тряпочки в предыдущем видео. И сегодня с утра увидели, что вылезли корешки. Значит, все у нас идет правильно. И скоро мы начнем их пересаживать в грунт. Самое главное, чтобы поддерживать влажную состояние, то есть побрызгивать на тряпочку, чтобы она была не прям водяная, мокрая, а влажная, чтобы был доступ кислорода к семенам. Вот, и они могли и дышать, и спокойно прорастать. Все четыре сорта проросли одновременно. Значит, семена нормальные. И мы, можно сказать, могу рекомендовать, то есть потому что семена живые, дом семян, вот центр оптовой торговли. Это у нас кто продает и изготовитель, вот он, ЗАО Сорт 7 Овощ, сеть магазинов Дом Семян. Ну, все семена у нас этой фирмы. Да. Так что так, будем высаживать. Сначала, наверное, высадим их в горшочки с землей на подоконнике. Высаживать пока не будем на балкон, потому что балкон у нас холодный и ночью достаточно холодно еще. Вот. Ну и чтобы они не померзли, значит, не застыли, пока чуть-чуть прорастим их на горшочке. Подождем, когда у нас будет теплая погода. Вот. И еще второй момент, что хотелось сказать. Хочу сделать эксперимент такой, если получится, конечно, собрать всю статистику по поводу выращивания, ну вот огурцов пока, первый раз это интересно даже мне, насколько выгодно или невыгодно выращивать огурцы на балконе. Буду, значит, сохранять все чеки, считать все расходы. И потом посмотрим, если дойдет дело до урожая, будем надеяться, то посмотрим, сколько соберем урожая, если ничего у нас не испортится, не засохнет или там что-то случится, да, сколько соберем, взвесим, примерно посчитаем, сколько стоит в этот период огурцы в магазинах, и вот очень хочется узнать, выгодно или нет. Для этого взял как раз 4 сорта, чтобы была какая-то статистика и выборка более достоверная. Так что так, если кому интересно, следите за этим. Так что сегодня третий день, ровно третий день, и у нас проклюнулись семена. Так что всем удачи на огородах и на балконах. Я знаю, что многие выращивают овощи, фрукты и все прочее на балконах. Апельсины. Так что так. Всем привет.